Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы приготовим очень вкусный томатный супчик с паприкой и картофелем. Для этого мне понадобится 50 грамм томатной пасты, зеленый лук, картошка. В рецепте указано 4, но у меня они достаточно мелкие, поэтому я взяла 7 картошек, 1 луковица, 1 красная паприка, но у меня еще была обрезанная. Посмотрю, что я буду использовать. Возможно, всю закину в супчик. 1,5 столовые ложки муки, специи, здесь у меня соль, копченая паприка, сушеный чеснок, орегано, базилик и мята, зубчик чеснока и 750 миллилитров воды мне понадобится. Первым делом я нарезала паприку кубиком, картошку тоже мелко нарезала, почистила, зеленый лук и обычный лук нарезала и чеснок почистила. В кастрюле разогрела 1 столовую ложку оливкового масла и сюда же добавляю лук. Сразу добавляю паприку, картошку и зеленый лук. Все перемешала и готовлю на высоком огне ровно 3 минуты. Теперь муку высыпаю в томатную пасту, добавляю немного воды и перемешиваю. Теперь добавляю 1 литр воды в кастрюлю. Сюда же томатную пасту с мукой. Добавляю специи. Нарезала мелко базилик и мяту, в конце добавлю в суп. Супчик довожу до кипения и готовлю под крышкой 15 минут. Теперь я хочу сделать гренки к супу из нашего хлебушка на закваске, он только что испекся. И намажу хлеб соусом песто. В процессе решила сделать брускетту, нарезала помидорки еще и посыпала немножко базиликом и мятой. Отправляю в духовку на 10-15 минут. Брускетта у меня готова к супчику. В конце добавляю базилик, мяту и чеснок. Супчик получился классный, ароматный, наваристый и очень вкусный. Я в этот суп добавила немножечко красной фасоли. У меня оставалось вчерашнее лобио с красной фасолью, но она сюда как будто бы просится. Так что если будете варить, вот прям не бойтесь, можете положить красную фасоль. Она идеально сочетается в супе.